Библия. Что это за книга? Понятна ли она современному христианину или нет? Начинаем цикл встреч, цикл бесед. Библия, инструкция по применению. Как прочитать Библию правильно? Как не навредить себе при неправильном чтении Священного Писания? Поговорим об этом в нашей передаче «Просто о вере» во вторник на телеканале «Самара ГИС» в 7:30 вечера.